Не знаю, слышно их или нет, но там стая. Ну, 50 там точно есть. Я неправильно сетку поставил. У меня оказалась высокая присада. Не с той стороны. Я на нее сначала внимания не обратил. А сейчас вижу, у меня там все эти щеглы садятся с той стороны. А сквозь сетку не летят. Ну там в верхних карманах висит там штуки 3-4. Но это, конечно, в масштабах такой стаи это ни о чем. А идти просто, чтобы их там куда-то согнать, они потом могут не вернуться. Потому что вокруг большие поля. И место это я долго искал. А так вот их тут на дереве, я не знаю. Ну больше, чем, наверное, яблок. На хорошей яблони осенью. Просто все дерево в щеглах. И вот сейчас сижу, жду, что будет. Потом либо идти присаду переставлять, либо, я не знаю, что, либо сетку переносить. Интересно, галдеж их слышно отсюда или нет. Я вот прекрасно слышу. Там такой хор. И песни, и позывки, и все. Ладно, ребята, ждем. Ну их тут как грязи просто. Просто как грязи. Они сейчас вот на том дереве они сидели. Все вот туда в траву спустились. Ну вот. Раз, два, три, четыре, пять. Вон там. Шесть. А вот этот борщевик, который... Вон они. Вон они, сколько их там. Ужас. Сейчас этих выпутываю, кусты вот эти рублю. И ставлю с этой стороны. И дальше смотрим, что будет. Ну вот, выпутал я всех щеглов. Сейчас всех по очереди покажу. Ну вот, хвост у него такой вроде неплохой. Но у него плечо почти все коричневое. С коричневым плечом. Ну я пока сейчас всех оставлю, а потом в конце, по итогу дня, я выберу себе там парочку, которых домой можно взять. Так что это вот. Но хвост интересный, конечно. Ну вот, ребят, влетел у меня еще один щегол. У меня их уже как бы 4 вот я оставил, сидят. Сейчас их надо маленько отсортировать и рассадить по двум клеточкам. Потому что, ну, домой я возьму, ну, пару, максимум тройку. Вот из тех, что оставлено вот утром, которые были пойманы. Вот этот щегол самый мелкий. И плечо у него такое, ну, с коричневыми чешуйками. Самый мелкий, но он самый первый начал как бы есть сразу же. Так что я его пока оставлю. Вот этот щегол тоже как бы из первых, из утренних. Ну, вот из приятных моментов у него только хвост. Ну, так не раздвигается особо. Ну, в общем, он шестерячок. Такой, ну, мелкий, правда, обычный такой щегленок. Как бы ничего в нем выдающегося, кроме хвоста, нет. Ну, плечо видно, что с чешуей, с коричневатой. Ну, такой не сильно старый. А вот это, ребят, птица, которая воткнулась, самая последняя, пришла одиночкой. Видно, да? Тоже такой интересный шестерячок. С вот такой мордой. Плечо черное. Таких чешуек, вот как у прошлых, у него нет. И
Дома надо бы его, конечно, измерить, потому что он длинный. В сравнении с теми он гораздо длиннее. Так что вот самый пока хороший сегодня щегол. Вот этот. Ну а вот это, ребят, самый-самый мелкий щегол, который сегодня попался. Плечо хорошее, коричневое, черное. Но при этом он самый мелкий. Хвостик тоже у него такой. О, неплохой. Мелкий, спокойный. Ну, я его тоже пока оставлю. Потом посмотрим. Если еще кто-то попадется. Ну, мелкую, конечно, я отпущу. Ну, вот как бы. Ребята, видите вот эту вот кучку на снегу? Это просто обалдеть. Это вот... Эх, ничего себе, ребята. Да тут... Да тут больше сотни. Здесь реально больше сотни щеглов. Это просто что-то. Они тут все вокруг оккупировали. Не там я всю зиму ловил, парни, не там. Обалдеть. Они тут маленько перемещаются туда дальше по дороге. Ну, такую стаю, конечно, остановить там манной, не манной, мне кажется, им по барабану. Этот табун, он неуправляемый просто. Так что... Ох, у меня аж внутри все это. Ну, я думаю, вы меня понимаете. Ладно, посмотрим, если вдруг кто-нибудь прилетит к сетке. Будет нам счастье. Ну вот, ребят, собираюсь домой. Как и говорил, всю мелочь я отпускаю. Ну вот, ребята, смотрите, какой чепыжатник вокруг. Вот место я сделал. Вот полоска репейника, вот тут присада повыше. Вот здесь вот сетка. Вот утром они с этого дерева так пил. Но они все тут на этом борщевике на высоком. Я его уже вырубил. Осталась только вот полоска. Они сначала в ту сторону полетели. А где-то ближе к обеду, ну, к 12, наоборот, с той стороны обратно полетели. Ну, в общем, пролет туда, пролет обратно. И все. Я думаю, ждать сегодня больше нечего. Поэтому собираюсь. А так, вон, в какую жопу я сегодня забрался. В бурелом. Развалины. Красота. Просто красота. Тут, видимо, раньше дома какие-то были. Поселения, потому что кругом ямы. Ямы такие хорошие. Ну, валиться... Можно на раз, под снегом нифига не видно. Ну вот, ребята, собираюсь я домой. Мелкого щегла выпустил. Возьму домой трех. Еще выпустил сегодня одного своего манного. Ну, не то, что манного. Был у меня один щегол. Никак себя не показал. Несмотря на всю свою красоту. Дома просидел у меня. С какого... С 8 числа. Бесполезный. Выпустил. Вот. Домой взял троих. Ну, сейчас еще одного, наверное, выпущу. Возьму двоих, хватит мне. Одного вот, который одиночкой прилетел. Красавец, здоровый. Ну, такой трофейчик прям. Ну, и вот одного помельче. Но вот такой очень контрастный. Очень цвета у него такие хорошие. Возьму, посмотрю, что там с ним получится. Место сегодня новое. В принципе, сегодня была как-то, ну, разведка. Разведка обстановки, чего здесь, как, во сколько, сколько. В принципе, ситуация не более-менее понятна. В следующий раз приеду, наверное, я сюда же. Как выходной будет. Ну вот, вроде и все.
Всем счастливо, ребята. Всем пока. До новых встреч на ловле птиц.